Первое место и путевку в резиденцию Утриш завоевал анапчанин Эдуард Мирзакаев. Поскольку он находится в командировке, на награждение приехал его сын Алмаз. Снимок моря набрал свыше 500 голосов в фотоконкурсе «Любимая Анапа». Кто не идет гулять в нелетную погоду, тот не получает прекрасные снимки бушующего Черного моря. Сначала мы прогулялись по городу, потом пришли на набережную. И на набережной нас ждал этот пейзаж, похожий на картины Айвазовского. Второе место и ужин в ресторане «Шамси Холл» по итогам голосования у Оксаны Исперьян. Она отправила на конкурс фотографию «Цветочные часы». Но от приза отказалась. По решению оргкомитета конкурса его разделили между двумя победителями. Они получили сертификаты по 1000 рублей в ресторане «Шамси Холл». Третье место у Арпины Спасской. Ей, кроме сертификата, вручили ультразвуковой очиститель воздуха. Работа «Храм» набрала более 400 лайков. Фото я стала заниматься профессионально буквально года два назад и больше, наверное, отношусь к самоучкам. Люблю снимать город, горы, море красивое, волны и, конечно же, городские пейзажи.